истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери, святых славных и всех памятных апостолов, и живосвятых Отца нашего святителя Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустого, святого благоверного великого князя Владимира, святого славного всех памятных апостола и евангелиста Марка, и Божией памяти не совершаем и всех святых, помилуй и спасет нас. Яко благо человеколюбец, Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Молящимся сегодня, оставим в храме, когда мы
патриарха московского Моисея Василия Кирилла, который, как вы молодых лучше всех знаете, долгие годы нес послушание от полноты церковной по окормлению, по созиданию церковной жизни за пределами нашего Отечества. И, конечно же, Галинский епархий очень дорогой его сердцу, он многократно бывал здесь, бывал в этом соборе, совершал здесь богослужение, и напутствуя меня в эту поездку, он много вспоминал о своей приезде сюда, вспоминал совершенно конкретных людей, несмотря на все множество его трудов, которые мы, те люди, которые трудимся рядом с ним, даже на несколько процентов не можем осознать во всей их полноте, но все равно всех помнят, за всех молятся. И, конечно же, просит о наших молитв, потому что человеческими силами невозможно поднять тот крест, который его Наталья Церковная возложила на его плечи. Поэтому, передавая всем вам благословение, приветствие Святейшего Патриарха, хотел бы даже передать вам просьбу его о том, чтобы вы все молились о нем, чтобы Господь помогал ему нести крест патриаршего служения. Вас, Владыка, хотел бы поблагодарить за гостеприимство, за возможность посетить сегодня этот благолепный, замечательный храм, помолиться вместе с вами. Хотя я бывал раньше в Германии, никогда не был в Берлине. И Берлинская епархия, ведь самая большая наша епархия за пределами Отечества. По количеству субботов она превосходит все остальные наши епархии. Поэтому я очень рад, что одна из первых моих поездок рабочих в новой должности, она как раз совершается за пределы вашей епархии. Вы, Владыка, уже долгие годы стоите у руля корабля церковного, созидаете здесь церковную жизнь, и за годы вашего управления епархия многократно увеличилась, возросла. Мне, Владыка, хотелось бы вам пожелать крепкого здоровья и помощи Божией в тех трудах, которые вы совершаете, чтобы Господь воскресший даровал вам силы и помогал бы вам во всем множестве ваших трудов. Благодарю вас за гостеприимство, хотел бы поблагодарить духовенство, молящихся за соответственную молитву, с вами приятно и радостно было сегодня молиться, хор замечательный, за прекрасную службу. Спасибо вам, Владыка, большое. Разрешите, Владыка, от имени духовенства собора и прихожан собора сегодня поздравить вас с престольным праздником и пожелать, чтобы Господь и дальше укреплял силы наши и духовные силы наших прихожан в этом святом храме на молитве, и чтобы мы вместе продолжали наше церковное служение в этом святом храме. Разрешите поздравить, нести вам тоже цветы. Я хотел бы сегодня огласить указ Святейшего Патриарха о рождении нашего клирика собора Благочинного Восточного округа отца Георгия с правом служения с ответственной царской братами дольше наш. Но поскольку собор награжден этой наградой, то любой клирик служит у нас ответственной царской братами. Но мне будет отец только служить, то может тебе служить как архиерейский. Пошире немножко. Сейчас мужчина должен понять. Сейчас Михаил. Иконочку возьмете.